как хотите, так и вы поступайте с ними. Аминь. Знаете, братья и сестры, сегодняшнюю проповедь я хотел бы озвучить так. Золотое правило, не теряющее свою актуальность. Этот стих, золотой стих, его учат в воскресных школах, его учат в детских лагерях. Везде, где бы вы ни находились, этот стих цитируют. Этот стих, который не теряет свою актуальность. И самое интересное, сам Бог, давая заповедь Моисею, в частности, озвучил часть этого стиха или мысль этого стиха. Если мы будем читать Новый Завет, то в Новом Завете мы увидим, как много мест нам говорит об этой же мысли. Евангелист Лука один из тех, кто продолжает эту мысль. Сам Иисус Христос на горной проповеди говорил, что возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть перестановка поменялась, но смысл остался тот же. Поэтому, знаете, сегодня в мире, к сожалению, не только сегодня, как мы прочитали в начале, нет ничего нового под небом. Как это было в начале, так это есть и на сегодняшний день. У человека есть собственное «я». Его мы привыкли называть сегодня более мягче, это гордость, потому что «я» — это ж «я» получается, а гордость как бы это что-то общее, оно как бы меня не касается, а вот «я» — это надо себя осуждать. Так вот, говоря об этом вот «я» или о гордости, хочется подметить одну интересный момент, что оно как было в начале, так есть на сегодняшний день. И с этим всегда происходила борьба. У человека всегда происходила борьба со своим «я», со своей гордостью, с тем, что не дает ему спокойно жить на этой земле, с тем, что не дает ему спокойно трудиться для Бога, что мешает нам, что отвлекает нас, что постоянно ставит нам какие-то палки в колеса. И знаете, это мы. Мы сами себя в этом случае наказываем. Это наша гордость, это наше «я». Как можно связать то место, которое мы прочитали, это Луки 6:31, и как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Как оно связывается с нашей гордостью? Как можно вообще провести параллель? Я долго думал и вспомнил пример. Евангелист Иоанн, описывая более детально всю жизнь Иисуса Христа, описал один случай жизни Иисуса Христа. Это 13 глава с 1 по 17 стих. Мы не будем читать все место, я просто процитирую немножко, расскажу или напомню нам историю. Это происходило тогда, когда Иисус зашел с учениками в горницу. И помните, что Он сделал? Он снял верхнюю одежду свою, припоясался, взял воды, налил и умыл ноги ученикам. Как мы знаем, это пример смирения, который Иисус показал своим ученикам. Ученики должны были передать это своим ученикам. И этот пример, он разошелся по всей земле и на сегодняшний день дошел до нас. Как вы думаете, касается ли этот пример конкретно каждого из нас? Кто-то касается, кого-то уже не касается, понял. Но касается. Слово Божье живо и действенно, и Слово Божье, оно актуально, как никогда. И сегодня тот пример, который оставил Иисус Христос, он не потерял своей силы, он не потерял своей актуальности. Я не говорю, что сейчас нам нужно всем припоясаться и пойти каждому умывать ноги. Ни в коем случае. Хотя есть такие церкви, которые практикуют это. Это не будет плохо. Я не говорю, что это плохо. Но пример смирения остался. Смирить себя, смирить свое «я», смирить свою гордость. Отказаться от того иногда, что мне хочется ради чьего-то блага. То есть, как хотите, чтобы с вами поступали люди? Ну, точно так же, чтобы и ко мне относились. Вот так и я должен поступать. Вот этот принцип, золотой принцип, он не теряет своей актуальности. Говоря о том, что нам оставил евангелист Лука, стоит еще заметить, что Матфей нам дал, скажем, ссылку, а Лука нам расписал полностью, как мы можем это практиковать в своей жизни. И давайте вместе с вами прочитаем 6 глава, с 27 стиха. «Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас, ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад». Это практика. Это практика, братья и сестры, которую нам Лука расписал, что нам нужно делать. Это не просто один стих, вырванный из контекста, который говорит, ну как хочешь, так и делай. Ни в коем случае. Есть практика, есть пример, который оставлен, который говорит, как нам нужно делать, как мы можем это сделать. Скажите, из того, что мы прочитали,
мы увидели что-нибудь, которое говорит, что, ну, вот если тебе будет удобно, и если ты захочешь, то ты можешь так сделать. Я не увидел этого. Хочет – отдай. Ударил – пускай бьет второй раз. Забирает – отдай. Просящему – дай. Очень интересная наша вера. Очень интересно показал нам или дал Христос пример вот этого смирения, и Лука нам его описывает. Если дальше мы будем читать с 32 стиха, продолжение этой же главы. «И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые делают добро вам, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». Опять практика, снова практика. Лука вставил этот стих между посланием, скажем так, между маленьким сообщением, оставленным для нас. Вставил и так, как хотите, чтобы с вами поступали люди. Это была вставочка маленькая, но между этой вставочкой есть в начале и в конце объяснение того, а как же нужно поступать. Лука, что ты хотел конкретно сказать? Как мне нужно поступить? И он приводит пример. Кто просит, дай. Кто хочет забрать, отдай. Кто притесняет, не притесняй его в ответ. Знаете, стоило бы заметить, почему есть смирение, а есть гордость. Вот хотелось бы провести разницу. Кто знает, кто ввел в мир гордость? Пророк Исаия в 14 главе описывает нам, скажем, историю того падения, которое произошло, то есть первого, кто возгордился, и через кого гордость вошла в этот мир. И давайте вместе с вами прочитаем это, 14 глава с 10 стиха. «Все они будут говорить тебе, и ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобен нам. В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобою подстилается червь, и черви покров твой. Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе, в сонме богов, на краю севера. Взойду на высоты облачные и буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Это тот, который ввел этот грех. Это тот, который показал, когда сказал Еве, что посмотри, ты станешь как, вы станете как боги. Он ей показал, преподнес, и наступило грехопадение. Мы не можем себя избавить от этой плоти бренной, в которой мы живем. Мы не можем до конца избавиться от своего «я», но борьба должна происходить каждый день. Каждый день мы должны бороться с самим собой. Каждый день нам приходится бороться со своей гордыней. И знаете, говоря о гордости, стоит заметить последствия ее. Если мы думаем, что гордость – это вот сегодня есть, завтра нету, раз прошла или не прошла, или ну ничего страшного, все мы люди, часто сегодня принято говорить, что все мы люди и много согрешаем. Правда, да? И вот точно так же мы говорим и об этом грехе. Но мы же все согрешаем, все мы люди. Но знаете, есть последствия. И о последствиях нам точно так же говорит Слово Божье, если мы вместе с вами прочитаем притчи, 16 глава, 18 стих. «Погибели предшествует гордость и падению надменность». Или книга притчи, 8 глава, 13 стих. «Страх Господень ненавидит зло, гордость и высокомерие и злой путь, и коварные уста я ненавижу, говорит Господь». Господь говорит, я ненавижу гордость. Можно еще много сносок привести Писание, которое нам говорит об осуждении этого греха, о последствиях этого греха, о том, что необходимо раскаяться в этом грехе, о том, что он не проходит напрасно, что это не будет просто прошло и все, ничего страшного не произошло. Последствия всегда есть. И у лукавого мы видим последствия. Говоря о выполнении этого поручения или этой мысли, которую евангелист Лука нам говорит,
Можно привести еще много-много мест Писания. Это и Матфея 18 глава 19-20 стих, и 22 глава 38-40 стих. Все они ссылаются на книгу Левит в Пятикнижье Моисеевом, когда давался закон, когда давалось постановление ближнего возлюбить. Все они ссылаются на то место, и трактовка идет, ссылка идет та же самая. Ничего нового под небом. Возлюби ближнего. Ничего нового. Поэтому Слово Божье, оно нас обучает, оно нас обличает, наставляет и говорит, прими то, что тебе сегодня дается. Говоря о Слове Божьем, очень важно понимать, что это не просто книга. Это в действительности Слово Божье, которое живо и действенно. Осознаем ли мы это до конца? Что Слово Божье – это не просто книга. Это Слово, которое изрек сам Бог через пророков, через апостолов и так далее. И эти постановления давал сам Бог. Иисус Христос, придя на землю в Нагорной проповеди, давал эти постановления. Он их не упростил, Он их не умолил ни в коем случае. Он, наоборот, их возвысил еще выше, держа планку. Если в Ветхом Завете мы читаем, и Иисус Христос приводит эти ссылки, что око за око и зуб за зуб, то Он говорит, что в Новом Завете я отменяю. Если кто-то тебя обидит, не воздавай ему злом за зло, ругательством за ругательство, но воздавай добром на зло. Вот это вот место, и как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, оно не теряет своей актуальности. Вся Библия не теряет своей актуальности. Призыв, этот призыв, который оставил нам Лука, он актуален на сегодняшний день. Он необходим каждому из нас, и каждому из нас необходимо бороться со своим «я». Вы знаете, что если мы не боремся со своим «я», то мы не можем простить. Мы не можем забыть обиду, мы не можем раскаяться. Как часто говорит пастор Ярослав, небо закрытое. А закрытое кем? Мною. Я сам себе не даю вот этот вот контакт наладить с Богом. Я сам себе мешаю. Вот это вот «я», которое не дает мне общаться с Богом, с которым необходимо бороться. И когда мы будем бороться со своим «я», то тогда брата, сестру, церковь, пастыря, отца, мать мы будем ставить выше себя. Мы не будем смотреть на то, как мне неудобно. Мы не будем смотреть на то, а почему я же так вот, давайте для меня сделать. Уже меня не будет. Уже меня не будет. Я буду делать так, чтобы было ему комфортно. И знаете, что самое интересное? Есть такая игра, называется бумеранг. Такой вот маленький, треугольненький. И он кидаешь, а он возвращается. Кидаешь, а он тебе возвращается. И если я ставлю себя ниже этого человека, то знаете, какой бумеранг происходит? Человек ставит себя ниже меня. Вот это вот бумеранг. Это то, к чему Христос сегодня призывает каждого из нас. Иногда будет больно, иногда будет неприятно, иногда будет сложно, но это то, с чем борется верующий человек. Я подчеркиваю, верующий человек. Неверующий этого не понимает. Мы можем выйти за пределы церкви и сравнить. Наступите кому-нибудь на ногу или облейте водой. Ну, как минимум, вам то же самое сделают, а может быть и больше. Поэтому, говоря об этом, отвергните себя, свое «я», не ставьте «я». Павел говорит, апостол Павел говорит, «И уже живу не я, но живет во мне Христос, а то, что ныне живу». Павел говорит, что «я отверг себя, я не хочу, чтобы мое «я» препятствовало мне общению с Богом». Поэтому, если мы хотим трудиться, если мы хотим служить Господу, если мы жаждем этого общения, если мы хотим иметь чистое небо, иметь эту прямую связь с Богом, забудьте, что есть вы. Есть Христос. Это сложно, но это то, что необходимо сделать верующему человеку. Если у кого-то из нас сегодня есть этот запинающий грех, это запинающий грех, который нам препятствует, братья и сестры, нам необходимо покаяться. Нам необходимо в нем раскаяться. Если кто-то чувствует, что сегодня я не могу спокойно сидеть в церкви, я не могу спокойно служить Господу, я не могу спокойно радоваться, радость общения во Христе, ведь настоящая радость только в Господе. Братья и сестры, есть этот грех, и нам нужно покаяться. Поэтому пускай нам Бог поможет осознавать
и каждый день бороться с этим грехом и служить Господу чистой совестью. И в конце я еще раз напомню этот стих, чтобы для каждого из нас он стал золотым. «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними». Луки 6:31. Аминь.